в апреле мы ходили квартиры смотреть, потом нам говорят, в мае дом сдается уже, я уже за это время успела забеременеть, выносить детей, родить их уже, и мы все сидим ждем 9 месяцев. По словам возмущенных людей, которые пришли сегодня к новостройке по Студенческой 34, они устали, что их постоянно кормят завтраками. Горожане говорят, что все это время они живут в подвешенном состоянии. Последний раз им обещали выдать ключи 5 декабря. Я в сентябре месяце закупила полностью мебель. Она лежит на складах, мне звонят каждый месяц и говорят, когда же вы заберете свою мебель? По словам людей с этим наболевшим вопросом, они обратились на прямую связь с главой района. После этого заселение перенесли на 15 число. Но и эта дата прошла, а люди продолжают жить в неведении, сколько им еще ютиться на съемных квартирах и когда готовиться к переезду. К тому же за время ожидания повысилась стоимость одного квадратного метра, говорят они, на 250 рублей. Охота, чтобы на этом уже остановились мы, уже вот не дожидаться, когда в новом году еще 2 раза повысится она. Сегодня представители управляющей компании «Жилье» проводили приемку домов по Студенческой 32 и 34. Коммунальщики осматривали все досконально. Выявленные недочеты заносили в протокол, чтобы потом передать их застройщикам. Для устранения нарушений им дается неделя. А этот срок снова отдаляет ипотечников от долгожданного заселения. Ведь после устранения жилищники вновь должны проверить объекты на факт исправления недочетов. Представитель газовой службы от официальных комментариев отказался, лишь в личной беседе пояснил, что Студенческая 34 подключена к газоснабжению полностью еще вчера. Сегодня до обеда планируют запустить дом номер 32. Данные меры, по его словам, свидетельствуют о том, что объекты на 100% готовы к заселению. И уже в ближайшее время, ориентировочно в течение 3-4 дней, люди смогут получить свои долгожданные ключи. Руководство, которое отвечает за вопрос заселения домов по улице Студенческой 32 и 34, так и не нашло время на встречу с нами. Говорят, сейчас все вплотную работают для того, чтобы ипотечники смогли заехать в свои квартиры до Нового года. Уверили лишь, что ориентировочно выдача ключей и оформление протоколов начнется 21 или 23 декабря, после чего люди смогут заехать в свои квартиры. Вера Муратова, Максим Галимзянов, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.